Всем привет! Мы едем на Ниагарские водопады. Первый раз сегодня. Вообще первый раз в Канаде. Первый раз побываем на Ниагарских водопадах. Самое интересное, оказывается, там есть Никола Тесла памятник. Ну, кстати, это пробочка перед выездом на мост. Это очень длинный мост через озеро Онтарио. И сначала мы заедем в Сан-Катаринас на пляжик. Lake View. Там какой-то пляж симпатичный есть. И потом уже сами Ниагарские водопады. Красиво. Замечательный пляжик Сан-Катаринас. Очень красиво. Маяк, народ играет. Класс. Мы в Сан-Катаринас. Лодочки. Что тут у нас еще? Пляжик такой вот. Сегодня ветрено. Но народ кайфует, сегодня суббота, и купаются, между прочим. Вода теплая, чистая. Народу купается много. Вот. Ого. Так, здесь у нас яблоки. Здесь народ гуляет, фоткается. И вот. Вот такие вот ресторанчики тут. Сан-Катаринас. Очень даже симпатично. Яхточки, пляжики. Вот какая-то команда в красных костюмах плывает. Замечательно. Вот это мост. Прогулка по Niagara Falls. Вот идем посмотреть хутор. Американский ресторанчик. Мы в таком были в Лос-Анджелесе. Да, да, там хутор. Вон какой центр города. В общем, идем к Ниагарскому водопаду. Еле-еле удалось запарковаться за $20. 40, 30, 25. В общем, надо сказать, парковки тут дорогие, но в целом что-то в них есть такое интересное, потому что все стараются заработать денег на туристов. На туристов просто очень много. Абсолютно. Вот такой тут променад. Идем, гуляем. Что творится сегодня на этих Niagara Falls, просто я не знаю. Куча людей. Тут какая-то спидвей. Смотрите, что делается. Сегодня суббота. Просто куча людей. Не знаю. Такой пейзаж. Там колесо, там какой-то динозавр стоит. Большая прогулка по Niagara Falls. Праздник жизни. Суббота, вечер. Какие-то динозавры реально. Машины. Гонки. Вот что тут творится. Смотрите. Вечер. Идем к Ниагарскому водопаду. Ниагарский водопад.
вообще вот отсюда еще лучше вид. Это Ниагарские водопады. И окрестности. Вот там куча людей хочет попасть на Ниагарские водопады. Вон в красных жилетах, в красных, вернее, в плащиках. Вот они туда ездят. В красных это канадцы, в синих плащиках американцы. Они ездят по американской стороне. Очень замечательно. Вечер дня. Ниагара Фоллс. Вот водопад американский. В свете заката практически. Сейчас стою, и сюда долетают брызги воды. А цвет воды вот самого водопада. Вечернее шоу, как это мы пошутили, поющих водопадов. Вот смотрите, вот здесь вот находится башня, с которой прожекторами освещается Ниагарский водопад разными цветами. Вот сейчас уже стемнело, в принципе, это шоу началось. Вот пока просто сверкает, смотрим немножко, как вот достаточно красиво. Много людей на это смотрят. Гуляем вдоль Ниагарских водопадов. Смотрите, какая прелесть. Субботний вечер. Вот Никола Тесла Плаза. Вот он, памятник Никола Тесла, который стоит здесь. Достаточно небольшой. Да, вот, пожалуйста. В темноте его видно, конечно, не очень хорошо, но вот уж такой замечательный памятник. Очень красивые подсветки. Много людей гуляет. Очень замечательный водопад. Зрелище очень красивое. Здесь народу просто очень много. Просто что творится. Даже ничего себе. Тут какой-то кинотеатр. Здесь у нас правило. Мест нет. Там вот улица. Здесь. Ну, в общем, вот смотрите, что тут творится. Пожалуйста, welcome. Особенно летом. Замечательно. Еще немножко видео для вас. Thank you.
падающее здание, да? Очень классно. Ресторан Hills. Believe or not. Там наверху катаются люди. Есть какие-то я. В общем, пешеходная улица сделали. Но... Да, мы решили вот пройтись туда. Starbucks. Да. Видите, улицу перекрыли и сделали пешеходной. Вот она. Так. Помашите. Подсветочки везде. Покажу наш отельчик. Вот он так выглядит. Фултон Манон, по-моему, называется. Такое странное название. Тут есть бассейн. Для завтрака такая отдельная территория. Такой небольшой придорожный отель. Но я хочу сказать, в этот уикенд стоимость достаточно дорогая. Вот номер. Допустим, мы втроем были, да, $400 в сутки. Я понимаю, что это Labor Day Weekend, но достаточно дорого. Даже как-то чересчур. Это, конечно, включает завтрак, но все равно. Но и это прямая улица прямо до Ниагарских водопадов. Километра 3, наверное. Зеленая территория, парковочка, все симпатичное место.
Вообще я просто в шоке. Какой-то парк. Сямокуи. Это нет. Это поселок.